Здравствуйте, Игорь. Это видео про ваш переходничок КПАН. Смотрите, вот переходник, наклеенный одуванчик. Все 5 контактиков целые. Сейчас я вам покажу, как правильно вставлять переходничок с одуванчиком в камеру, чтобы не сломать его. Совмещаем красную точку средний контакт одуванчика с белой точкой на камере. Немножечко вдавливаем внутрь. И аккуратно поворачиваем против часовой стрелки до щелчка. Как видите, я запрограммировал одуванчик от 3,5 до 22 и фокусное расстояние 135 мм. Также я вам на почту выслал комфортный алгоритм по работе с одуванчиком на этом объективе. То есть вы сначала аккуратненько вставляете КПАН, потом сверху уже накручиваете свой объективчик Юпитер 37. Вы, наверное, уже заметили на вашем КПАНе без одуванчика, что он очень плотно входит в камеру, поэтому будьте осторожны, не сломайте одуванчик. Он очень плотно входит, без всякого люфта. Это не страшно. Обращайтесь с одуванчиком очень аккуратно, и он прослужит вам очень долго. Сейчас я это все упакую и отправлю вам. Спасибо за внимание.